Серьезно! Черт!
Умри для меня! Пробрался в тронный зал, но церемония посвящения только начинается. Мясники! Ненавижу тебя! Помните его! Ожидать хотелось сразиться с рейтингом! Хорош сопротивляться! Спусковой крючок! Прыгай!
Остановлю тебя! Твою блядь! Ты как там? Приготовься к боли! Ненавижу тебя! Куда же ты, друг? Порву тебя! Ненавижу тебя! Да все ништяк! Череп вырву, пупок засуну! Ну помри для меня, сука! Жалко был, пах, блин! Чтобы добраться до меня, ты убил моих лучших людей! И поэтому... Я могу сказать тебе только одно. Это было круто! Так что тебе надо? Ты круче и безбашеннее всех, кого я видел. И ты прошел обряд инициации. Принимаю тебя. Еще бы, ведь ты убил наших друзей и братьев. Ты супер крутой! Это типа совершенно не сарказм. Вау! Ты настоящий мясник! А я все думал, даже Роланд попросит меня об услуге. Значит, бункер. Ну, раз ты теперь за нас, мои парни помогут тебе его захватить. Передай Роланду, что я в деле. Отлично. Брик за нас. Теперь пробиться через бункер будет легче. Возвращайся, подумаем о том, что делать с дверью, которую может открыть только Джек. В номера! Ненавижу! Чувства! Значит, искатель якшается с мясниками. Отличная возможность уничтожить их обоих одним залпом. Маяки активированы. Начинаю обстрел из минометов. Король, нас снова обстреливают из минометов! Черт! Мясник! Нужно остановить бомбардировку, иначе всех перебьют и в бункер тебя не пройти! Уничтожаю противников! За мной! Похоже, минометы доводятся по маякам, которые бросил Джек! Если не отключим маяки, нам хана!
повредить их мечу, вырвите их из краев крова. Это невыполнимо. Вот так иди! Время убивать! Ты мне пламя буду, требует хаура, требует. Боже, умри! Мясник! Валим отсюда! Нам нужно уничтожить эти маяки! Минометы наводятся по ним! Пусти гнев короля мясников! По башке! Держись подальше от зон обстрела! Все! У этого даже... Я пробью этот щит! Что надо, мясник? Встретимся в убежище. Да. Чтоб ты знал.
Мои мясники все равно будут на тебя нападать, потому что они тупые. Можешь валить их без базара. Вот уж не думал, что вернусь. В прошлый раз ты не слишком рад был меня видеть. Времена изменились. Твоя помощь не помешает. Даже если я кровожадный психопат? Кто тебя так назвал? Джек? Нет, ты назвал. 3 года назад! О, извини. Рад снова тебя видеть, Брик. Взаимно, братан. Но вы еще поцелуйтесь. Обалдеть. Если честно, то я понятия не имею, как открыть эту дверь. Извините, что прерываю. Привет, но... у меня к тебе дело. Вам нужно попасть в перспективу. Последнюю дверь может открыть только Джек, пройдя биосканирование и назвав пароль. Убейте одного из двойников Джека в перспективе, и тогда я смогу открыть дверь. Мне не нравится, что Ангел тобой командует, но иного выхода у нас нет. Ты уже знаешь, что ей нельзя доверять, так что осторожнее. Эй, мясник! Мясник! Иди сюда, дело есть. Я, похоже, останусь в убежище. Но у мясников в 1000 порезов полно работы. Сходи, навести Рока. Он долбанат, но он на тебя не рыбнется. Значит, тебе нужна моя камера? Можешь взять ее при одном условии. На всех записях должна быть обнаженка или взрывы. Бонус за то и за другое. Отлично. Отправляйся с камерой в перспективу. Да, кстати, не вздумай просматривать. Джек разрушил мою арену, когда решил, что я его обманываю. Теперь он хочет построить свою собственную арену, чтобы утереть мне нос. Этого нельзя допустить, солнышко. Отправляйся в перспективу и убей прораба, которому поручена стройка. Thank you.
оттягивают. Товар назад не принимают. Чудесно. Приятно иметь с тобой дело. Спасибо, что без сдачи. Последнюю дверь может открыть только Джек, пройдя биосканирование и назвав пароль. Убейте одного из двойников Джека в перспективе, и тогда я смогу открыть дверь. Лишнего оружия не бывает. Камера включена? Хорошо. Тебе нужен орбитальный маяк наведения и приманки для инспекторов. Когда найдешь, объясню зачем. Да, и прикончи пару инженеров. Покажем вселенной, что этот город так же полезен для здоровья, как пуля в лоб. Любую войну выигрывают в головах. Пока по всей перспективе стоят пропагандонские статуи Джека, мы не победим в войне. Вперед, слуга! Разбей статуи на мелкие кусочки! Нет.
Непонятным элементом. За утро Джек проснулся миллиардером. Хватит! Добро пожаловать! Thank you.
Я не
Ты мне мало платят! Подбери часики, которые он уронил. Это устройство передает его геопароль всем машинам поблизости. Это нужно для того, чтобы двойники могли протягивать руки для поцелуя и фотографироваться с детьми вместо Джека. Беги, беги, бандит! Эти часики еще и звук записывают. Джек обожает льстивые речи своих слуг. Нам нужно создать модулятор, который сделал бы твой голос похожим на голос Джека. Подойди к информационной будке. Рабочие, как вы себя чувствуете? Вы здоровы, бодры. До сих пор верит в разные глупости вроде ангелов, демонов и древних воинов с других планет. Таких людей мы называем разбойниками. Да, это сработает. Если мы добудем еще несколько образцов голоса Джека, я смогу настроить модулятор. Пройдись по остальным будкам. Внимание, рабочие, пора устроить обеденный перерыв. 5, 4, 3, 2, 1. Перерыв окончен. Принимайтесь за работу.
детки, а вы знаете, от чего отказались ваши мама и папы, чтобы вы смогли жить в перспективе? Да буквально ни от чего. Вашим родителям хорошо платят, я кормлю их и защищаю. Запомните, вы должны любить своих родителей, но меня любить нужно еще больше. Осталось совсем немного. Парочка будок и все. А вам известно, что разбрасывание мусора по законам перспективы карается смертной казнью? Вы этого не знали? Тогда имейте в виду, выражение недовольства законами перспективы приравнивается к разбрасыванию мусора в словесной форме. Вы знали, что за границами перспективы шансы на то, что вам проветрят кишки, увеличиваются в 8000 раз? Это научно доказанный факт.
там, куда ты сейчас смотришь, будет построен дворец удовольствий. Все верно, за 1000 баксов ты сможешь провести час с моей копией в полный рост. Файлы. Готово. Теперь бери модулятор. Отлично. Теперь ты, к сожалению, будешь говорить голосом Джека. До тех пор, пока не доберешься до двери. Когда придет время, я назову тебе пароль. Проверка микрофона! Проверка микрофона! Мехроманка здесь, сучки! Оп! Боже, какой же мерзкий голос у этого говнюка! Сумеешь укрыться от меня, а? Ангел, можешь попрощаться со своим другом. До встречи. Значит, тебе удалось найти способ проникнуть в зону управления? Ха, удивительно, что Ангел сдержала слово. Что ж, пора отплатить услугой за услугу. Возвращайся, и мы займемся ключом от хранилища. Это сообщение для алых налетчиков, для так называемого сопротивления. Видите?
видите сияющий город на горизонте? Вот с чем вы боретесь. Вы сопротивляетесь порядку. Подумайте об этом, когда будете засыпать в собственном дерьме. Если вы хотите узнать больше о перспективе и о том, что с вами будет за нарушение своих законов, спросите в любой... Давай, робот, жги! Первый закон! Yeah!
Рабочий, помни, крики «помогите», «у меня внутреннее кровотечение», «вызовите врача» мешают твоим товарищам величайший инженер во Вселенной!
карту первый закон! Счет 1-0 в пользу робота! Величайший инженер во Вселенной!
It's about time! Давай, робот, жги! Какой вандализм уже взялся, а? Вот до чего тебя убрали! 1-0 в пользу робота! Грустное зрелище. Я величайший инженер во вселенной! Ладно, ладно, я все понял. Тебе не нравится статуя. Я выгляжу слишком круто, попирая ногой лицо бандита. И ты ревнуешь, да? Полегчало. Чувствуешь себя получше, да? Ну прекрасно. А теперь иди домой и больше не трогай мои вещи, иначе у тебя будут проблемы. Счет 1-0 в пользу робота. Чёртовы бандиты! Защищай робота, сука!
дерьмовый! Строитель поврежден! Инженер во вселенной! Орбитальный маяк у большого крана за прибрежным кварталом. Когда ты пошлешь сигнал маяку наведения, ракета уничтожит кран. Вот это будет зрелище. Грузчики, не мешайте инженерам ловить пули. Это называется командная работа. Последнюю. У меня уже есть прекрасный
отличная идея насчет новой статуи. Там я и ты. И я такой пинаю тебя между ног. Я закажу штук 15 таких и расставлю их в разных местах. Так, с роботом закончили. Теперь можно поразвлечься. Тебе приходилось видеть танцующего робота строителя слуга? Нет, сейчас увидишь. Нажми на другую кнопку, чтобы активировать его под программу для танца. Ребята, это сообщение от красавчика Джека адресовано строителям перспективы. Вы, господа, творите будущее. Когда город будет закончен и его заполнят жители из числа тщательно отобранных кандидатов, вы узреете все. С вами обсуждению это не подлежит, точка. Я хочу, чтобы ты защищал убежище. Если мы окажемся в западне, то все эти люди останутся без охраны. Потому что так захотела Ангел. Все дело в этом, да? Лилит, черт побери, просто поверь мне, ладно? Если тебя убьют, я буду адски зла. Понял. Если выживешь, я сорву с тебя одежду. Блин, Лилит, мы же рядом стоим. Понял. Нафига нам это слушать? Продолжай. Пора произнести последние слова для потомков. Ну что же, время пришло. Лилит, Мордекай, вы защищаете город. Брик, прикрывай нас с воздуха, а я лезу по скале в центр управления. Вопросы есть? А почему меня не берешь? Я хочу посчитаться с Гиперионом за Кровокрыла. И ты это сделаешь. Но сейчас я хочу, чтобы ты защищал убежище на тот случай, если я попаду в ловушку. Мордекай, у тебя еще будет возможность отомстить, клянусь. Ловлю тебя на слове. Искатель, у нас есть шанс украсть ключ от хранилища и помешать Джеку добраться до Война. От тебя требуется всего-то преодолеть силовое поле, которое расщепит тебя на атомы, уничтожить бункер, в котором оружия хватит на несколько армий, а затем открыть дверь, которую открыть в принципе невозможно. Это он пытается сказать, что все мы умрем. Пришло время поднять железяку в 1000 порезов. Он должен вывести из строя силовое поле. Не жалейте их, ребята. Это будет ништяк! Кстати, убедить железяку отправиться в 1000 порезов будет нелегко. Слуга, идем в 1000 порезов! А может и нет. Я беру тебя к себе на службу, а после этого Ангел вдруг нападает на убежище. Ты что, не догоняешь? Джек меня преследует. И теперь я хочу нанести ответный удар. Встретимся в 1000 порезов.